Привет, народ! Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Мы с вами продолжаем проходить игру под названием «История чумы. Невинность» на PlayStation 5. Всем добро пожаловать и приятного просмотра! Глава вторая, незнакомцы. Feel free to use the tools by the workshop. Так, возьмите инструмент рядом с верстаком и кожу на улице. Ясненько. Так, ребят, мы остановились на этом месте. То есть, кто не видел предыдущую трансляцию, мы убегали, мы, получается, как, сбежали из дома, потому что там убили ее семью, отца и мать, вроде как, насколько я помню, да, мачхую, ну, вроде мать ее, ну, неважно, в принципе, вот, и они убежали вдвоем, это ее маленький братик, зовут ее Хьюго, вроде Хьюго, вот. Нам нужно сейчас попасть в какой-то райончик, городок небольшой, и найти там врача местного, потому что Хьюго у нас болен. Чем болен, непонятно. Может быть, проказы, может быть, что-то на него заколдовали, проклят или там, не знаю. Но рыцари и воины нас ищут. И мы сейчас попали в небольшую деревушку, где там очень много больных людей, приболели они. Не знаю, что с ними случилось. То ли чума там настигла, или еще что-то. И они убивали всех женщин, насколько я так понял, вешали их. И местные жители какие-то забунтовались, и мы от них убегали. Получается, они почему-то за нами нас преследовали. Непонятно почему. Мы вроде ничего не сделали. Вот. Поэтому сейчас начнем. Всем добро пожаловать и приятного просмотра. Поехали. Так, это что-то... Right. Ага, теперь надо... Так, надо им в дворе взять кожу, ага. Leather, right, let's get to work. Так, интересно, что мы будем делать? Рогатку? Я, честно, не знаю, я просто... Keep calm and concentrate. Так, а что такое праща? Печека, да? Праш, окей. Much better. With the right materials, I could improve it even more. Wow, if you get it with craft. Так, для выстрела максимальной точности требуется меньше времени, а миссия заменяет карман пращи на более крупный кусок кожи, в который проще складывать снаряды. А, ну то есть у нее был маленький, да, так понимаю, кус этот как он. Парфильчик, скажем так, куда можно вещи, предметы вложить. Теперь он будет увеличенный. Понятное дело. Ага. Так, и что такое? Амиссия быстрее достается и заряжает пращу. Ясно. Карман. Ага. Побольше. Ясно. Right. I must go and thank Clovey. Так, вы можете в любой момент открыть меню изготовления. Ясненько. А щелкну что? Все, да, я ничего не могу сделать. А, то есть быстро, да? Все, я понял. То есть не обязательно искать этих верстаков, лазить где-то там по домам искать и прочее. Можно раз и нажал. На сенсорную панельку. Хорошо, ладненько. Что нам дальше делать нужно? Братишка! Нам надо двигаться вперед. А, надо бабушку поблагодарить. Бабусю. Да, сейчас бабуся поблагодарим. Так, Хьюго, ты там? Что ты делаешь? А, so?
It's a lot better. Thank you, Clevy. Thanks for everything. Охренеть оружие, бля. So that's where you lost them. Yeah. Shh. They won't survive long around here, if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children, that's enough noise. I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. You're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no! Hugo, wait! Don't go out. You're mad. Hugo, come back! Вот же глупый мальчишка, а. Ну, сказали же, не надо бегать. Чё ты, блин, бегаешь? What's he doing? Ну да, чуть добавили адаптивные триггеры. Поприятнее стало сейчас. Hugo, please! I'm sorry! Wait! Oh my god! Oh Lord! Hugo! I shouldn't have shouted! Please listen to me! No! I'm sorry! No! Let me go! No! 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 Let him go! So that's where you were. No! Wait! We just want to leave! You will leave, yes! Нифига себе! I didn't want to! Обалдеть! Нормально оружие! I'm coming! Куда ты бежишь, блин? Oh, please say he's alive! Please say he's alive! You go! Let go of me! Let go of me! Stop, Squirm! Amicia! We're just waiting for you! Amicia! You're not gonna put me in the I'm gonna start with you! Why do you have no, to come please. Here? Please! That's how you're trying to kill me! Нифига себе. А, чтобы понять. А, нифига себе. Так, окей, окей. Так, и как мне его... Идиот, ты слиппери one. But one hit all it takes. А, я, кажется, понял как. Кажется, да, всё. Сейчас, когда он будет еще это... Ну-ка, давай, давай, давай. Так, и будешь бегать за мной? А, блин, а? Надо быстрее бегать. Бля, мне не хватит, наверное, патрона. Камушек не хватит. А, вот. Пожалуйста, братан, дружище. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай. I know what you're like. Так. Fine. I can use that to my advantage. Еще один. I'm going to show you what it's like. Воу. To lose someone you love. Come on, Conrad. Show them what you do best. Ух ты. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. No, don't make me do this, please. Amicia, Amicia. Yeah, keep it up. Only death will stop me. Так. Let's get this over with. Теперь по голове тебе заехать, блядь. Ух ты.
Тебе апперкотик прям, а? Красава. Амисия. You killed him. А как ты хотел, чтобы она его это... Так, надо, по ходу дела, свалить отсюда. Так, третий глава. Воссоздание. Ух, как красиво. Обалдеть. Смотрите, церковь. Хорошо. Да, реально классно очень. Так, ясненько. Нет, давайте сначала посмотрим все. Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. Свечи, по-моему, да? Так, Юга, аккуратненько. А пока пойдем к алтарю. Watch over them. It's funny. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Дева Мария, по-моему. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Так, спирт. Я так понимаю, ты можешь что-то создать из этого потом. Может, какую-нибудь типа бомбочку. Так, вот там, походу, лестница туда. Hey, look! There's a broken window and a ladder! Climb up! I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children! What are you doing here? Father! We need help! Leave! It's dangerous! You have no business being here! Wait! Please! It's important! We should go and talk to him! Ну, уже сказал, валите отсюда, не надо. Рискует своей жизнью. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh! They've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Так, ткань. I know that smell. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Так, селитра. Шо? Flowers. They're so pretty. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait. Come here. What? It will protect you. And it's pretty too. Oh. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome.
Ну, оригинал, конечно, классно звучит, понятно, вообще. Обалденно. Щелкните, чтобы узнать больше. Так, секунду, что там? А, это гвоздики. Их еще называют цветами господа. Некоторые считают, что это прозвище они получили из-за своей красоты, а другие воспринимают легенду, согласно которой гвоздики родились из кровоточащих ран Христа или слез Девы Марии, потому что цветок считается символом любви, веры и преданности. Блин, что-то... Так. Лепестки гвоздики вызывают усиленное подотделение, что помогает бороться с жаром, а гвоздичным укусом натирали бубоны. Понятно, понятно, все понятно. Ну, это, в принципе, понятно делать четки. Не особо интересно. Ясненько. Так, здесь нам больше делать, так понимаю, нечего, да? О, нет, есть, что-то собрали. Так, давайте посмотрим, что можем улучшить. Да, по сути, вообще ничего. Как бы вроде и есть что-то, да, а что-то и не можем собрать. Ясно, ладно. Повырубали все деревья, блин. Father. You again. I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Durun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius' farm, but... After that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Я думаю, он не поможет. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread, first in families, then to everyone. Fever, boils, people started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel. Stay here. Походу, дело уже этот, он уже того. Brother Morel.
brother. Опять у него эти... What is the matter? Звук, звонкий. Так, ну что, нам придется к удаче. Ткани, блин, съели его. Крис. А, киш отсюда, киш. Я бы тут пару кушаков бы запустить сюда, но если мы вообще будем долго. А, вот. The other brother. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. I don't understand why there are so many fire. We need some fire. Ah. Так. The wood will burn quickly. We have to hurry. А, они быстро это горят. Hugo, the light will protect us, all right? All right. So that's their plague. Rats. The priest spoke of a way out. Stay here, I'll be quick. I won't move. Так, иди, спаши со мной. It's all right, you can come. All right. Amicia! The three statues! The crypt of the three saints! It's the exit the father spoke of. Oh, we have to find another way. Так, а где палочку взять бы, а? Так, пройти-то я, в принципе, я не смогу пройти. Мне нужна палочка, а палочка выручалочка хрен его надену. Внизу я не знаю, там я что-то напал не видел. Так, а есть? Help you. Right. Так, стоп. Камень. Up there, Amicia. I should be able to knock it down. Ага. Все, я понял. Try not to look. We can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. Wait for me here.
Please don't take too long. Come on, it's all right. Yes, yes. You go first. Yes. Stay here, all right? You can come now. Yes. Right, we'll pass at the same time. Прикольно, кстати. Так, все, тут больше делать нечего. Так, он там тоже светится. Так, камень, камушек, камушек. Follow me. All right. Hugo, calm down. Так, а что мы можем делать? Недостаточно материалов, то же самое. Вот, кстати, карман. This should make things a little easier. Ладно, чуть-чуть побольше. Все это максимум, что мы могли сделать здесь. No rats. Oh no! No! Light! Enter the light! Quickly! I don't see any torches. How can we? What are we going to do? Так, пока они там это. Another ham should be enough. Вау. Ах, блин. Чё ж я поспешил. Так, надеюсь, мы начнем. Да, сюда. О, смотри, огня боится, да, ну хрен вам, блин. That seems to keep them busy. Are you sure? Another ham should be enough. Так, отлично. Там на, the three saints. Что там было? We're getting closer to the way out. All right, let's be careful. Блин, они тут повсюду вообще. Спирт. Так, ну погоди-ка. Блин, а я думал кинуть спиртягу. We'll be safe if we go that way. Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Так, а дальше что? Я понял. Нам надо туда. Значит, сейчас мы кинем. Это.
Так, это пока только эту часть. The torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Блин, давай быстрее. It's heavy. Hugo, hurry up. Come on. No! Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Все, я понял. Пойдем. Here we go then. Slowly. Very good. Да как? Или я слишком быстро шел? We'll be safe if we go that way. Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Я там разом прям рой. The torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. It's heavy. Hugo, hurry up. Come on. No! Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Very good. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. Quick now. Hugo! What's going on? Hugo, talk to me! Come on, come on! Так, you're fine. Stay focused. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. Wait, I have something for you. Perfect. Thank you. Ох, красавчик. Так, здесь ничего нет. Да как? Блин? Что за бред? Так, сейчас
Кукурузник там был, блин. Так, там что-то тоже есть. Hugo, I have to get him down here. А, все, я понял. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. Wait, I have something for you. The cock. Сам уже заканчивался, я хотел взять новую палочку. Так, наверное, там встретиться туда таким образом. Шпеем, я думаю. Так, ладненько. Так, сейчас мы там зажжем и обратно. Да блин, какого хрена, блин? Что так быстро заканчивается? Офигеть. Ох, то, что по 10 раз надо опять эти выбирать. Он нужен кланичный. А! Так, ну спина мне. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. I have something for you. Perfect. Thank you. Окей, конечно, все хорошо, но вопрос. А, вот. Блин, что-то я тут не приглядел. А, все, нормально. Все нормально. А быстрее она может? Блин, там. Sorry, I shouldn't have left you alone. It's too risky. That's all right. Так, наверху ничего такого нету. Нам нельзя, да? Don't move. I'll be right back. Yes. It's all right. You can come. Так. All right.
stay here. I'll be quick. Good. The coast is clear. I'm coming. Thank you. We can get out of here now. Yes, far, far away. Угу. И что мы можем собрать? Давайте полутаем. Так. Да вообще ничего. Толку от этого верстака. Прям кишат крысами прям вообще. I'll give you a hand. Yes. Так, окей. Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get покиньте this far. Монастырь. We'll be fine. Just stay close. Так, быстрее нельзя, да? Блин, жалко. А, нет. Да, так не успели бы. Так, пойдем. What's that stuff in the walls? I don't know. Какая-то нечисть. Понятно. Ага. They did that. You think so? Yes. We're in their nest. So they're going to be even more angry? Alicia, you mustn't touch the walls. Yeah, it's burning my throat. Давай быстрее. Вот так. Over there, light. We're there, Hugo. Бежим, 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 бежим. Run, run. Go, 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 go. Фу, блин. We did it. We did it. We did it. We. Amicia, I want to see mommy. I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back. Глава четвертая. Ученик. Алисия, so we'll never be able to go back home? No, it's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Так, глава четвертая. Ученик. Доберитесь до фермы Лаврентия. Давайте, ребята, на этом моменте закончим сегодняшний стрим. Спасибо за просмотр, за лайки, поддержите канал, подписывайтесь. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.